Всем привет, и на канале Исакин Ревью, меня зовут Сергей. В этом видео покажу подборку 5 лучших самокатов с Алиэкспресс. Видео не является обзором этих товаров. Оно создано в целях показать интересные вещи на основе отзывов на Алиэкспресс. Все ссылки на товары вы найдете в описании. Прежде чем начнется ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Несмотря на то, что у большинства покупателей Xiaomi ассоциируются с недорогими и качественными смартфонами, сфера деятельности компании давно вышла за пределы производства мобильной техники и аксессуаров к ней. Сегодня в магазинах можно найти самые разные товары от Xiaomi, в том числе и различные виды электротранспорта. Покупка такого товара на Алиэкспресс – идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить, но при этом не доверяет ноунеймам. У складного Xiaomi Mi Jia стильный дизайн, надежная двухуровневая тормозная система и аккумуляторная батарея, заряда которой хватает на 30 км. Этот самокат сочетает в себе легкость и прочность, выполненный из алюминия аэрокосмического класса. Корпус весит всего 12,5 кг. Отзывы о товаре в основном положительные. Редкие жалобы, связанные со сборкой самоката. Винты, с помощью которых крепится руль, входят с трудом и не до конца вкручиваются, оставляя зазор. Также иногда у товара встречается небольшой дефект покраски, вроде потертости и сколов. На Алиэкспресс этот электрический самокат представлен в двух модификациях. Версия ES4 с дополнительной батареей и максимальной скоростью 30 км в час. И ES2 с одним аккумулятором и скоростью до 25 км в час. Дальность хода 45 и 20 соответственно. В основном характеристики обеих моделей идентичны. Разве что покрытие деки у ES4, оно более фактурное. Благодаря чему имеется лучшее сцепление с ногами. Мотор-колесо установлен спереди. Номинальная мощность 300 Вт. Максимально 600 Вт ES2 и 800 ES4. Дальность хода на одной зарядке аккумулятора 40 или 60 км. Батарея установлена в алюминиевой трубе. Все сделано крепко и надежно. Один важный момент. На самокате ES2 можно докупить дополнительный аккумулятор и без проблем установить его. А вот снять установленную с завода дополнительную батарею у ES4 сложнее. Останутся отверстия на трубе, которые придется каким-то образом припрятать. Ну и главное, при таких неплохих характеристиках цена осталась приемлемой. Это настоящий зверь среди самокатов для взрослых. И дело не в названии. У него есть нечто поинтереснее – полный привод. Такой транспорт будет лучшим для самых сложных условий. Он и по песку пройдет, и крутые склоны одолеет. В городе самокат тоже хорош. Разгоняется отлично до 80 км в час. Едет бесшумно. Модель является самым близким конкурентом легендарному Dunlop Ultra. Вот только сейчас Wolfwerer на Алиэкспресс дешевле. Поговаривают, что их даже собирают на одном заводе. Эта модель самая большая среди участвующих в подборке моделей. Даже в сложном видео он занимает довольно много места. Еще он тяжелый. Поднять такой электросамокат сможет только крепкий мужчина. Зато клиренс большой. Самокат можно легко катить по ступенькам. Покрышки широкие, тормоза зум, двухпоршневые. Есть антиблокировочная система ABS, очень хорошо продумана рулевая рейка. Свет яркий, почти как прожектор. Сигнал громкий, точно такой, как у автомобиля. Это серьезная машина, причем выглядит она очень красиво. Электрический самокат Kuga характеризуется плавным стартом, адекватной реакцией на нажатие тормоза, газа и повороты руля. Максимально он может разогнаться до 30 км в час. Ресурс батареи 500 циклов перезарядки. Этого хватит на 15 тысяч км. Мотор находится в переднем колесе, которое здесь ведущее. Есть функция круиз-контроля. Она очень полезна и в длительных поездках. Доступно несколько режимов регулировки скорости. Вся информация отображается на небольшом дисплее. У самоката два тормоза – традиционный задний и электрический передний, который тормозит двигателем. Шины 8-дюймовые. Дорогу они держат хорошо. Передняя вилка и заднее колесо амортизирующие. Самокат достаточно жесткий, что не всегда нравится женщинам. Вот крупным мужчинам весом около 100 кг. Такая особенность на руку. Самокат не будет прогибаться на дороге. Хорошо реализована подсветка. Светодиодные лампы есть с обеих сторон самоката. Поставляется модель с Алиэкспресс вместе с сумкой для переноски. Стильный дизайн и крепкая конструкция этого самоката оценят люди самых разных весовых категорий. Он подходит всем возрастам, хоть и позиционируется на Алиэкспресс как подростковый.
Модель легко выдерживает человека весом около 100 кг. Заявленная максимально допустимая нагрузка 130 кг. Рама алюминиевая. Материал не хлипкий. Очень качественно выполнены сварные швы. Колеса пластиковые, с резиновыми накладками. Ручки с удобным хватом, прорезиненные. Очень хорошо себя показывает модель в работе. Идет мягко, не шумит и не гремит. Накат у самоката один из самых лучших среди представленных моделей. Приходит транспортное средство с Алиэкспресс практически в собранном виде. Нужно только прикрутить подножку и настроить высоту руля. Существенно упрощается этот процесс набора ключей, который продавец присылает вместе с самокатом. В рабочем состоянии самокат легко складывается. По весу он относительно легкий. Все ссылки на товары вы найдете в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, тогда ролики будут выходить чаще. Всем пока!